завершающему ударные темпы. Под таким девизом проходят соревнования трудящихся Российской Федерации за выполнение принятых ими социалистических обязательств. Великолупский завод высоковольтной аппаратуры. Одно из лучших в движении за досрочное завершение пятилетки здесь называют комсомольско-молодежную бригаду Василия Панова, которая производит сборку разъединителей для высоковольтных линий электропередач. Делом отвечают молодые сборщики на обращение ЦК КПСС к партии, к советскому народу. Не теряя даром ни одной минуты, они постоянно перекрывают нормы в среднем на 25%. Юноши развернули соревнования под девизом «За себя и за того парня». Они выполняют сменные задания за героя Советского Союза Илью Коровина и за партизана-пулеметчика Михаила Харченко. Достойный подарок готовят комсомольцы к 30-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате бригада Василия Панова решила выполнить свой пятилетний план.